Вот в ночи, ну, 9:30 уже. Закат такой красивый. Вот где увидишь такую картину? Вот благодать-то где. Вот она где жизнь-то. Лучше жизни, наверное, на белом свете нет. Да? Вот они преданные. Вот она идет ко мне. Да, Багир? Девка, где у тебя народ? Пойдем к народу. Вот она, бригада. Оливка, ты куда их завела, подруга? Ну-ка. Они ближе к пруду спустились. Оливка, вот она, главшпанка наша. Все тут бригада. Вот Оливка, она ко мне как раз-два идет. Вот она, подруженцы, да? К папке? А как ты думала? Ты же моя подруженцы. Бригада. Вот и богинька здесь у нас, да? И ушастая, дай их поглажить. Где у нас остальные? Джанго. Вот тут вся бригада, молодежь, все полторашки. Опа, опа. Это около Сани Ларик тут практически. Опа. Ну что, что ты закрутилась? Лола, а ты что? Джанго. Джанго, сынок, Джанго. Ну а ты что нюхаешь? Вот она красота-то где. Вот это вот не передай, даже не передашь вот это, что такое вокруг тебя живые существа, которые преданные тебе. На самом деле, просто это не, ну, как человек тот, кто не испытает этого, как я, например, это не передать. Какой это кайф. Вот они, и ходят, бродят. Да, Багир? Ну а ты-то что, подруга? А? Ладно, а то сейчас съем. Стоп, 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 стоп. Все, идем, идем, идем. Вот это красоты неописуемая тема. Первый раз я в ночи вышел. Думаю, дай засниму. Получится, нет? Да получится. Выбивают траву. Прям ближе к осени вес набирают, прям меняются. Ну, они ближе уже. Ну, любое животное, наверное, так бы как бы и в линьку уйдут скоро. И вес набирают. Бригада, а?